Слушайте, да я не щемил вашего братка. Я просто шел, он тоже шел. Опа, взял, споткнулся, упал на мой гаечный ключ, голову себе проломил. Я тебе балаклавой вот этой самой клянусь, то, что я не бил я никого. Если кого-то кто-то и бил, то разве что Жоржик. А кто я здесь ни при чем. Я за братву любому морду начищу. Ну так ты иди другим бандюкам вот эту морду чисти. Я-то тут причем. Вот этот вообще американец. Он первый раз в жизни слышит слово драка. Он не знает, как драться. А я похож на того человека, который людям может вред принести. На балаклаву не смотри. Это моя фишка. Кому первому по башке? Чур не мне! Если будешь кому-то бить, то чур Жоржику. Пацаны, мне кажется, что мы сами еще сможем договориться, да? Вот щемить братков не надо, тем более мы как бы с одного района. Мы сможем договориться друг с другом. Спасибо, бог грабителей! Или бог Майнкрафта, кем бы ты ни был... А ну, щенки быстро назад защемились в угол. Вы что, не видите то, что здесь наковальни с неба падают? Или там стройка какая-то, или... Пердолька, а не стройка! Баблюб, это ты наковальни сбросила? Ангел-хранитель мой, вот этот, святая Богородица. Милок, не благодари. Да как здесь не... Спасибо, баблюб. Кто обосрался? Биту вверх. Молодец. Так... А сейчас нам вас надо зарешать. Чё, когда 2-2? Струсили, да? Назад отошли. Вот этим, вот эта земля им пуховик, как говорится. А вы, щенки подзаборные. Слушай, Жорик, а держи-ка ты мой гаечный ключ. Пришла минута твоей славы. Мне кажется, это лучший вариант научиться щемить гопарей. Помнишь все правила, как напасть на гопаря и как отжать бабки? Yes. А ну давай пересчитай. Первое. Обозвать их. Молодец, молодец, помнишь. Дальше. Второе. Быкануть. Молодец, молодец. Вы там ждите по писяке. Сейчас все будет. Сейчас и ваше время придет. Давай дальше. Третье. Держать район в страхе. Ой, Жорик, нет, а ты очень далеко в будущее заглядываешь. Пока никакой район страха ты не держишь. Давай сразу к четвертому переходим. Четвертое. Стрельнуть бабки. Правильно. И последнее заключающее правило, что надо сделать с этими гопарями. Пятое. Фигануть по башка. Перфекто просто. Вот прям зазубрил наизусть. А сейчас делаешь все по плану. Это твой звездный час, Жорик. Давай. Давай. Хей, ю! Крокозябры туалетные! Ты ля чё выучил? Какие крокозябры? Вот первый раз ты кого-то нормально обозвал, а не там дураками. Тебе чё, вмазать в глаз? Shut the fuck up! Гоните мани! Я ща тебе задрот наваляю. Жорик! Пердач по башке! Слушай, Жорик, я сейчас заплачу, это значит, это как будто видит, как твой родной сын впервые в жизни сказал слово «папа» или «балаклава», это вот что-то наподобие этого. Жорик, хоть ты и не мой сын, ты мой брат сводный получается, но я тобой горжусь. Вот, получилось все просто по максимуму получилось. Будущая гроза всего района. То, никакой Третьей мировой войны, дед Максим, нет, ты немножко опоздал. Баблю, спасибо, конечно, что мужа своего вот сюда спустила. Кто тут моего сынишку обижает? Те, кто обижал твоего сынишку, давным-давно уже сотрясение головы получили. Вот, валяются там, подойди сюда, дед Максим. И чтоб ты не думал, то, что это я что-то здесь сделал, посмотри на своего сынишку и посмотри на вот этот гаечный ключ. Это он всех гопарей отжал, вот бабки у них отжал, по башке навалял. Ну, кроме вот тех двоих. Вот тех двоих твоя вот эта женушка присанула. А так все нормально. Мужик! Настоящий мужичок! Горжусь тобой!
Ты мужик, Жора. Мы с этим, с твоим батей гордимся тобой, Жора. Все, дед Максим, давай домой отправляйся. Тут жену свою одной оставил. Давай, 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 потопал. Жора, Жора, мама твоя тоже тобой гордится. Да, баблюк! Удачи, милок, не теряйся. Я скоро подойду. Не, никуда подходить не надо. Ты там с дедом оставайся. У вас первая брачная ночь сегодня. Мы с Жориком решим свои проблемы. Пошли, Жорик, пошли. Мне тебе есть кое-что, что надо рассказать. Ой, что тут после свадьбы-то осталось? Короче, Жорик, садись. Серьезный разговор двух мужиков. Но перед этим... Официант! Официант! Два кофе, пожалуйста, один крепкий, другой без молока, с сахаром, это и без кофеина, это Жорику, на ночь глядя кофе пить нельзя. Хорошо, сейчас все будет, давай. Жорик, как бы это тебе сказать, и вам тоже всем. Моя история грабителя подходит к концу. О, ноу, ты умираешь? Жора, ты до конца дослушай сначала, хорошо? Нет, никто не умирает. Тьфу-тьфу-тьфу. Я вот о чем. Моя задача в этом сезоне была обустроить где-то бабку, твою мамку. Потому что она именно из-за меня в свое время, там давно-давно, потеряла свою старую квартиру, которая вот там находится. Я хату ей новую купил? Купил. Мужа ей нашел? Нашел. Сейчас я могу запросто положиться на деда Максима, что он будет держать ее в своих мужицких руках и никому не даст ее в обиду. Осталось две последние вещи, которые я должен сделать перед тем, как полностью покинуть этот город. Первое, тебя, балбеса, устроить на работу. Я не знаю, на кой фиг ты приехал вообще сюда в жопосливку, оставался бы там в своей Америке и не рыпался бы. Я хочу быть со своей мазер. Ладно, это как бы твой выбор. И вторая вещь, которую я должен закончить до конца, это решить все проблемы с Геннадием Петровичем. Потому что вся полиция, все депутаты, все правительство жопосливки находится под Геннадием Петровичем. Чтоб ты понимал, он их крыша. Как это по-английски? Roof! He is here, her, 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 roof. Понимаешь? Вот это. Roof — это крыша на английском. Вот это. О-о-о, кофеечек подъехал. А чё так далеко? Может, в руки можно? Ага, вот совсем другое дело. Спасибо. А, куда? Там испарился кофе. Поэтому, Жора, время пришло устраивать тебя на работу. На ушко мне скажи, кем ты себя видишь годиков так через 5? Кем бы ты хотел быть? Какая у тебя работа мечты? Я хотеть быть president of Mother Russia. Губа не дура, Жоржик, губа не дура. Ты, конечно, из жопосливки вряд ли ты сможешь президентом стать, наша Mother Russia, вот это наша Russia. Это очень вряд ли. А вот помощника Машота запросто. Может, все же к Ашотику? Помощником? Ну, давай посмотрим, примет ли тебя Ашот на работу. Будешь технику ему чинить, там, компьютеры, телевизоры, холодильники подкручивать. Кто его знает? Заходи. Давай. Ашотик, салам пополам, брат. Ассалам алейкум, брат. Ашотик, тут вот этот Жоржик, сын бабы Любки, вот это, на работу бы к тебе хотел устроиться. Ты как, не против его взять? Нет! Этот обормот работать у меня не будет. Ну чё, никакого уважения к бабе Любе, а что? Оу, мне не хотелось работать на этот барыга. Ты чё сказал? Я тебя зарежу! А что? Мужик, этот пацан не подумал, что сказал? Выходи наружу, выходи на улицу, дурак! Ты чё, быкануть собрался на что-то? На улицу выходи, дурак! Давай. А что ты, жена, привет, где там, привет, извини, вообще американец, вот, не понимает русские традиции. А что ты, прости, пожалуйста, удачи в жизни. У тебя катушка вообще слетела, как я понимаю, да, Жоржик? Подойди сюда. Посмотри. Вот это, а что?
А вот это ты. Вот это мечта всех женщин же по сливке. А вот ты типичный задрот. Вот это Ашот. А вот это ты. Ашот very stupid. Это ты very stupid, если ты решил рыпнуться на Ашота. Пошли. Ой, ну слушай, тут бизнес твоей мамки был в прошлом, она здесь овощами торговала. Если хочешь, можешь место ее занять, если тебе не нравится Ашота. А вообще, давай без слов, рот лучше не открывай, а то ты много лишнего ляпаешь. Садись в тарантайку, поехали. Давай! Не хочешь у Ашота? Давайте сейчас найдем какое-то другое место работы. Гаджик! Тут у нас футбольное поле, школа. Тут у нас Рафик вроде работает трудовиком или с вот этим физруком, я не помню. Может, здесь будешь работать? Детей учить. Английскому, кстати, хорошая идея. О май гад, ты что, crazy? Я не crazy, Джорджик. Будешь здесь работать, нет? Какой физрук, какой чудовик, у меня степень ученого. Есть варианты получше. Значит, едем искать варианты получше. Ляка, смотри, какой переборчивый. Это ему не нравится, то ему не нравится. Ну и будешь здесь в жопостыке бомжевать до конца дней. Или у мамки на шее сидеть. Но этого, конечно, я позволить не могу. Жора! А тут вот этот Семёныч работает. Не хочешь к нему? А чё? Престижная работа, там автослесарь, механик. Как-никак. Механик? Чинить ваша мусорка на колесах? Сейчас кто-то на полной скорости с машины вылетит, если будет столько много умничек. It is very bad car. This car is your mother. Вот скажи, ты бабе любишь, что у нее плохой car? Сразу в детдом тебя отдаст. Ладно, мы заехали в знакоменький мой старенький райончик. Здесь у нас раньше были игровые яйца, лаванда. Здесь у нас был фитнес-клуб Кенгуру или как его там звали. О, Жорик! Макдональдс. А чё? Как бы все с него начинали, все им заканчивают. Престижно, зарплата каждый месяц, минус 20% на то, что ты любишь промокод. Вот это все. Продавать бургерс and фрайс and кока-колас. Да я лучше стану бомжом, чем вот этот ваш макдак. Я тебя понял, хорошо. Не любитель американской еды, да? А ну, Жора, вылезь, вылези. Слушай, ну это, наверное, самое элитное место, которое только есть в жопосливке. А может вот этим? Ментом? Fuck the police! Ладно, больше ничего не надо говорить, обратно в машину. Я вижу, вы там тоже не очень любите, да, вот это? Ну, хорошо. А ну, притормози эту лошадку где-то здесь. Сдается в аренду. 10 тысяч рублей в месяц. Номер телефона. Слушай, Жоржик! А ты как относишься к своему бизнесу? Частным предпринимателем стать не хочешь? Хм, this is good idea. Короче, рассказываю всю историю вкратце и со всеми хрониками. Тут раньше мои знакомые хорошие жили и работали. Как я уже сказал, слева были игровые яйца, компьютерный клуб, а справа вот этот маникюрный салон «Лаванда». Хорошая женщина маникюр делала, даже бабке твоей один раз маникюр перед свадьбой делала. А там слева хороший мужик тоже работал, вот это, на компьютерах зарабатывал. Так уж сложилось то, что наша с ними последняя миссия увенчалась успехом. И они на вырученные бабки улетели в Таиланд. Я не знаю, вернутся они когда-то или нет. Надеюсь, что все же да. А пока их место пустует. Ты же неплохой вот этот, сантехник. Ну, вот эта колымага с тобой, которую ты соорудил в предыдущей серии? Yes! А ну давай. Ага. Ага. А ну, давай, зацени вот это, а ну давай, покеш, как работает.
Если кто-то не видел, как Джорджик у меня на глазах с помощью одного гаечного ключа сотворил вот эту шайтан летающую ванну машину... Джорджик, аккуратней! Вот это, на подсказку нажми, вот, нажми, потому что там все, кто был, все обосрались, честное слово, все обосрались. И сам Джорджик обосрался, и я два раза. Джорджик, возвращай, Жора, обратно вот это. Приземляйся, спускайся с орбиты. Давай, давай, да меня-то не сбей, алло. Мало того, что во всей жопосливке до сих пор нет какого-то магазина сантехники, так в жопосливке тем более нет магазина сантехники из будущего. Подойди сюда ближе, Жора, подойди сюда, бизнесмен мой будущий. Слушай, может ты откроешь свой магазин сантехники из будущего? Будешь продавать вот эти ванны, ты их же можешь клепать на раз-два одним гаечным ключом, продавать летающие ванны каждый день. Сделать какие-то там сверхинтеллектуальные туалеты, которые сами за тобой будут смывать кокошонцы. Ну ты же гений, fucking genius. Мы же разбогатеем, Жора, миллиардеры. Man, you are genius. No, man, you are genius, not me. Доставай телефон, звони риэлтору, договаривайся о встрече на ближайшее время, а я позвоню тоже кое-одно вот это местечко. Эй! Ашот, братик! Ассалам алейкум снова! Ашотик, извини, пожалуйста, за прошлую встречу, извини, жене привет передал. Помнишь вот это место, где была вот эта маникюрный салон лаванды, и вот эти игровые яйца были? Помнишь вот это, вот где вот эти две мужик, вот эта баба жили, а? Короче, Ашотик, захватывай всю сантехнику, Ашотик, приезжай сюда как можно скорее, мы-то ждем тебя с этим Джорджиком, деловой разговор, бизнес, Ашотик, да? Ага, ну, давай, жене привет, ага, хорошая женщина, давай. Чики-пуки, чики-бамбино, скоро, Ашотик скоро приедет, я как дела? Чё, так моментально? Он только что тебе звонил. Ты как сюда... Да, оператив. Ты походу здесь ночевал, да, ждал? Здравствуйте. Вас интересует аренда? Да, меня интересует аренда. И аренда меня интересует... Такой у меня здесь пароль. И аренда меня интересует на долгосрочной перспективе. Сколько там получается? 12 на 2, 24. 24 поделить на 2 это 12. Все верно. Аренда сразу на 12 месяцев, чтобы вы этого молодого человека до следующего года не заколебывали. Все, чао, бомбино, до свидания, мы здесь все, замки поменяем, стекла поменяем, вот это бизнесмены, вот это я понимаю. Сантехник! Жора! А че мне-то бабки выкидываешь, а? Ты же бизнесмен. Take it. Thank you. А чё все так быстро? Все как будто здесь где-то рядом были. Ашотик! Ашот! Я здесь! Стоп! Привез? Ой, сколько ван, сколько сральной бумаги, сколько семён пшеницы, сколько ты... зачем ты принес? Короче, все по туалету, Брат, ты чё удумал? Брат, сейчас все покажу. Забирайте все, что здесь есть, забирайте, раскладывайте. Давайте, помогайте, лентяи. Сейчас бизнес зашаманим. Срака бумагу. Так. Кто бананы забыл? Ашотик, забери, брат, продай. Вот как делается бизнес. Примерно так. Примерно за 10-15 минут. Увидел идею, воспользовался идеей, осуществил идею. Я уверен, что бизнес попрет. Если ты, конечно, Жора, все не прострешь. Поэтому следи, пожалуйста, внимательно. Я в тебя верю, Жора. Не подведи баблюбу. С тебя 20 тысяч, брат. А, ну да, как я про это-то я как забыл. Ашотик, держи. И сейчас здесь сюда. Держи, Ашотик. Держи. Спасибо, брат, спасибо. Бизнес попрет. Расплатимся с тобой. А сейчас чао, бомбино.
Родителям счастья и здоровья, брат. Жене тоже счастья и здоровья, детям счастья и здоровья. Рафику, Рафику привет передавай. Давай. Ну чё, Жора, как думаешь, попрёт бизнес, не попрёт? Попрёт. Ну смотри, Жора, чтоб до следующей серии всё здесь обустроил, дыры в полу залатал, название для магазина придумал, жопу с унитаза снял и начал вести бизнес. Это святое место. Здесь начинался самый большой бизнес же по сливке в своё время. Жалко, конечно, что он прогорел, но ничего не вечно. Да и кто знает, может, рано или поздно он ещё сюда вернётся. А это, Жора, мы с тобой узнаем потом. В 2020 году вернутся ли сюда хозяева игровых яиц и маникюрного салона «Лаванда». Всё, Жора, удачи. А я пошёл, сам буду справлять Новый год. Давай, брат. Пойду домой. Хотя бы балаклаву постираю. А то последний раз я её стирал реально месяцев 7 назад. А то воняет хуже гопарей с района. Ну, а ты вот это, уходи, уходи. При тебе я балаклаву снимать не буду. Если я её сниму, то только в последней серии этого сезона. И то это не точно.